Всем привет! Я сегодня делаю инспекцию в этом прекрасном доме, в котором мои покупатели, вот только что мы зашли в эскроу, и сейчас делаем инспекцию. Дом находится в Baldwin Hills, райончик называется View Park. Красивый район, такой upcoming район, большие дома. Сейчас я вам покажу этот домик, покажу, как происходит инспекция. То есть вот он сам дом. Сейчас мы пойдем посмотрим его. И как раз вы увидите, как происходит сама инспекция. Инспекция дома занимает примерно 3 часа. И инспектор проверяет буквально все по дому. То есть он проверяет крышу, он проверяет, залазит на чердак, он лезет по дом, смотрит все, что происходит в данном доме. Вот, например, это кухня. У нас человек, который приходит чистить бассейн. Все, он сейчас его чистит. Очень красивый дом. Вообще этот район, он очень сильно меняется за последние там несколько лет. То есть раньше здесь можно было дом купить за 500 000 долларов, а сейчас такой дом стоит 2 миллиона, 1 900 000 конкретнее. Мы сейчас в эскроу находимся, и соответственно делаем инспекцию. Инспекция обязательно должна быть, то есть при покупке дома, чтобы проверить, в каком он состоянии, обязательно нанимается инспектор. За инспектора платит покупатель, и инспектор проверяет дом или квартиру прям очень-очень тщательно. Вы видите, что очень много людей, все проверяют, все что-то смотрят, что-то делают. Это мастер bedroom, то есть мастер спальня. Красивая такая. Это наш инспектор Хьюго. Это вот такая красивая ванна. Просто супер. Не проверяют воду, то есть как течет вода, все ли электричество правильно проведено, нету никаких либо протечек по трубам. Это вот такой клазет, гардеробная. И из каждой комнаты, заметьте, есть выход к бассейну. Каждый, то есть здесь тоже можно из ванной, то есть, например, если хочешь душ принять после бассейна, можешь сразу зайти в душевую. Вот такая прекрасный зал и камин посредине. Вот там Хьюго показывает, как работают термостаты. Это Nest термостаты, которые можно регулировать со своего телефона. То есть, например, ты хочешь включить кондиционер, чтобы ты приехал в дом, где прохладно, или наоборот включить обогреватель. Все это можно сделать через мобильный телефон. Это мы спускаемся на нижний этаж. Здесь у нас тоже есть как бы две комнаты, соединенные с гаражом. Здесь она как бы сделана как йога-рум.
Это гараж на две машины. То есть дом считается new construction, то есть новая постройка. Но опять же год этой постройки, так как многие застройщики делают год постройки, оставляя там, например, одну стенку в этом доме и не меняют год постройки, тем самым им меньше приходится получать лицензий на данный дом, и таким образом они это дешевле, и они, ну, для них это быстрее это все построить. Подписывайтесь на мой канал, смотрите, я буду часто рассказывать нюансы покупки недвижимости в Лос-Анджелесе. Буду показывать и рассказывать, какие нужно предпринять меры при покупке недвижимости, что нужно сделать первым, вторым и так далее, чтобы не получилось так, что вы купили, как говорится, кота в мешке. И вот в данном видео, как вы понимаете, я рассказываю про инспекцию данного дома в тот момент, когда мои покупатели только что приобрели этот дом. Они еще не приобрели, но они зашли в эскроу, то есть процесс покупки, и сейчас делают инспекцию, чтобы убедиться, что дом в хорошем состоянии и нужны ли какие-то нужно ли что-то сделать для этого дома, чтобы привести его в хорошее состояние. Всем пока! So that's from the outside. This is from the outside. From the soil. Yeah, just being up against there. There should, you know, you could do a curtain drain, which is where you dig up all the soil, put in a giant piece of plastic that stops the water from coming through, then a drain at the bottom so that any water coming through goes into the drain and then runs off the property. Mm-hmm. That's the circuit. Has no problem. Yeah, this one doesn't have, yeah. Doesn't drain. That's the one with the pressure problem there. Yeah, I mean both of these don't have the same pressure. Yeah.